Школьные медсестры в сотрудничестве с персоналом протестируют более 2000 абитуриентов на коронавирус, поскольку уже в понедельник состоится первый весенний госэкзамен. Для сдающих государственные экзамены тестирование является добровольным, и оно проходит по всей Эстонии. В школах Таллина процедура тестирования проводят школьные медсестры за 3 дня перед экзаменом. И уже начиная с сегодняшнего дня видно, что в некоторых школах готовность пройти тест очень высокая. Если говорить о процентуальном охвате, то по школам это очень разное. От того, что почти 100%, до того, что в некоторых школах 0 человек пойдут сдавать анализ. То есть 2 школы, я знаю, в которых не будет вообще учеников, которые придут сдавать анализ. Искать причину, почему от некоторых школ ученики не придут на тестирование, в том, что информации было недостаточно, нет смысла. Лаборатория Синлаб связалась со всеми школами, сообщив им о возможности пройти тест. Тут, скорее всего, дело в самом желании самих учеников проходить этот тест перед экзаменом или нет. Хотя могут быть и другие факторы. Нужно учитывать еще то, что часть детей переболела. Часть детей, может быть, кто-то, возможно, я допускаю тоже такой вариант, что кто-то провакцинирован. В основном это может быть переболевшие. И тогда им просто нет смысла сдавать этот анализ. Что же касается самого теста, то вместо проб, взятых из носоглотки, учеников пробы берут из жидкости после полоскания горла, которая отправляется в лабораторию, где их и анализируют. Учащиеся узнают результаты тестирования после 24 часов. Пробная процедура тестирования показала, что не каждый ученик может полностью сам справиться с тестированием, поэтому необходима помощь. И с помощью школьных медсестер весь процесс проходит быстрее. Взятие проб в школах организовано так, чтобы заполняемость помещений была бы 25%. Внутри помещения нужно использовать маску и соблюдать правила 2 плюс 2. Абитуриенты смогут узнать результат на портале diglugu.ee и через мобильное приложение «Тести» примерно через 24 часа. В случае негативного результата тестируемый получит СМС на телефон, который был указан при регистрации на тестирование. При позитивном результате абитуриенту позвонит робот Синлаб. Экзаменуемый должен остаться в самоизоляции, и экзамены можно будет сдать в дополнительное время. Сергей Овченков, Петр Юлевань, Новости Таллина.